60052 Папо, замок мутантов. Это большой замок, который сделан из массива дерева, окрашен и на детали нанесен рисунок. Замок собирается достаточно просто. Детали вставляются в пазы. Элементы соединяются потом друг с другом. И получается конструкция достаточно прочная, которая... Сейчас вот так вставлю. Которая образует стены, башни и соединяет замок в единую конструкцию. В комплекте идет все, что вы здесь видите, кроме фигурок. Фигурки докупаются отдельно. Флаг в комплекте. Лесенка у нас в комплекте. Ворота. Подъемные, кстати, ворота. На веревках. Если потянуть за канат, то ворота закрываются. Размер замка примерно сантиметров 70 на 60, более точно. Можно посмотреть в описании. Ну вот, можно увидеть, что замок занимает почти весь стол. То есть он большой. Место под него тоже нужно освободить. Внутри башен помещения можно играть. Поставить туда кого-нибудь. И получится. Вот здесь тоже помещение с окошками. Замок достаточно тяжелый. Весит 5 килограмм вместе с упаковкой. А вот и упаковка. Коробка. Из картона с цветными иллюстрациями. И с перечнем деталей, которые внутри.